Танцевальный коллектив БРМ приехал в Самару из Сабинского района Республики Татарстан. Секрет удачного выступления – это не только тщательная подготовка, рассказывает его руководитель Айсылу Зарипова. Большую роль играет сценический костюм. Для артиста это не только про красоту. Каждый элемент в образе несет определенный смысл. Цвета выбраны не случайно. У нас как бы зеленый цвет – это национальный татарский колорит. И, наверное, заметили цветочки, тюльпаны, волны. Это все-все у нас татарские орнаменты, да, узоры обязательно. Герб у нас елка зеленая. И как бы мы еще представляем, да, наш район. Международный конкурс татарской культуры «Мирас» проводится в Самаре с 2017 года. Он пришел на смену фестивалю «Поют татарские дети». Сейчас эти дети выросли уже, стали сами родителями, но все равно не перестают участвовать. Отказать мы им не можем, мы их с удовольствием тоже всех приглашаем, слушаем, чтобы все было на благо нашего, как говорится, народа, нашей замечательной страны. В этом году фестиваль объединил более 500 участников, творческие коллективы прибыли из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс прошел при поддержке администрации Самары, а также Дома дружбы народов и Всемирного конгресса татар. Сергей Кизоркин, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.